Привет, друзья! На связи с вами вновь Куликов Сергей и сайт focusatmoryka.ru. В этом видео я хотел бы с вами поговорить о мошенничестве. Не столько бы о мошенничестве, сколько о таком способе со стопроцентной гарантией, используя который можно со стопроцентной гарантией раза 2-3 подряд выиграть в покер в Техасский холдем. Почему Техасский холдем? Ну, потому что, наверное, он сейчас самый распространенный. Лично мы играем в Техасский, вот, в классический, в пятикарточный, я уже и не помню, когда последний раз играл. Ну да ладно, я думаю, что видео получится подлиннее, чем обычно, вот, но тем не менее, смотрите до конца. В процессе видео вы поймете, о чем речь и что я сейчас имею в виду. Итак, друзья, давайте начнем. В коем-то веке я перевернул свое сукно, на котором снимаю, нормальной стороной вверх, с разметкой для покера. Обычно я снимаю, но у меня просто перевернут. Ну да ладно, о чем я хотел поговорить. Есть такой вариант со 100% победы в покере. Он заключается в использовании специального алгоритма раскладки карт. То есть вы берете карты и укладываете их в определенном порядке. Допустим, туз пик, 9 черви, валет черви, четверка крести. И так до конца, да? Завершается королем пик. Каждый алгоритм. То есть на количество игроков есть свой определенный алгоритм. Допустим, для двух игроков один алгоритм, для трех свой другой, для четырех, для пяти, для шести и так далее. Сейчас я разложил карты алгоритм на четырех игроков. И на примере этих четырех игроков я сейчас вам покажу всю эту соль. Значит что? К примеру, вы играете в покер, да, в Техасе. Если вы умеете... Допустим, можете принести с собой колоду и беспалево ее сменить, да, это называется читинг, по-моему. Вот, то есть одну колоду забираете, другую как-нибудь беспалево достаете, такую же, да, с этим алгоритмом. Далее, что вы делаете? Вы можете потасовать эти карты, фальшивую тасовку сделать. Главное не сбить эту последовательность, которая здесь разложена. Потасовали, сделали фальшивую тасовку, отдаем подрезать. Наш вот этот игрок, который слева от вас, как правило, это малый блайн, да, он режет колоду. И мы спокойно эти карты кладем наверх. Чем хороший этот алгоритм, что когда вы колоду подрезаете, то ничего не меняется. Эта математическая последовательность все равно остается такой, при которой выиграете именно вы. Вы дилер, четвертая рука. Чем хорош этот алгоритм, то есть, ну, как бы, весь его прикол в том, что вы всегда выигрываете. Всегда. Хоть как там, подрежь, не подрежь, без разницы, вы выигрываете всегда. Итак, то есть, я сейчас, грубо говоря, потасовал, да, сделал фальшивую тасовку. Нормально снял, подрезал колоду. Теперь я начинаю раздавать на четверых человек. Я буду карты переворачивать, да, просто чтобы объяснять, чтобы понятно все было наглядно. То есть, первая рука... Вторая рука, третья рука, я четвертая рука. Первая, вторая, третья и четвертая рука. Итак, что мы имеем? Первая рука 3-4 бубновые, да? Неплохо. Здесь 3-8 крести, тройка-восьмерка крестовая. Здесь у нас пятерка и шестерка бубновые. Так. Что значит у меня? У меня туз и девятка. Хорошо. То есть я не буду сейчас показывать все вот эти торги, все это все и так посмотрите где-нибудь в другом видео. Далее, что я делаю? Я выкладываю себе флоп, да? То есть беру и выкладываю три карты. Теперь посмотрим, что мы имеем. Этот человек, первая рука, да, у него четверка. Здесь тоже четверка, у него пара четверок, в принципе, уже получается. Этот, вторая рука, большой блайн, да? У него крести-крести, и сюда на флопе прошли две крестухи. В принципе, ему одной карты не хватает до флеша. Здесь что идет? Здесь идет 5-6. Здесь, обратите внимание, 4-6-2, да? То есть у него две шестерки. У него сейчас пара.
У меня что? У меня 9 туз, 2, 4, 6. То есть у меня, в принципе, ничего такого нет. Только старшая карта туз. Что ж, ну, унывать я, естественно, не буду, потому что я знаю, что алгоритм рабочий, и я в любом случае выиграю. Я выкладываю следующую карту, да, это называется терн. У меня приходит дама. То есть что получается у нас? У нас получается, что у этого человека уже флеш набран на даме. Так. Здесь 5-6, 4-6. У этого также пара, да? У этого также пара на четверках, у меня также ничего нет. Потому что у меня здесь девятка, шестерка, дама, двойка. То есть мне не хватает одной карты до флеша. Я сейчас уверен, что следующая карта мне придет именно к рейсте. Давайте посмотрим, что у нас придет на ривере. То есть я опять одну карту откидываю и достаю крестового короля. Что получается? У этого человека две четверки также осталось, да? То есть у него 3, 4, все. У этого человека флеш. У него две крестухи изначально и 4 крестухи здесь. Ну, естественно, он возьмет старшие, да? Типа флеш у него с королем, чтобы был. У меня что? О, здесь что? Здесь 6-6. Все, больше ничего нет. То есть у этого человека пара. У меня 9 крести, 2 крести, 6 крести, дама крести, король крести. То есть у этого человека флеш и у меня флеш. Но у меня девятка старшая карта, у него восьмерка старшая карта. У него восьмерка старшая. Сейчас вот я так наклоню чуть. У него восьмерка. То есть что получается? Этот проиграл автоматом, потому что у него две четверки, хотя возможно он будет идти на них. Этот на двух шестерках, ну не знаю, я бы тоже, наверное, пошел. Этот 100% на флеше пойдет. Но, естественно, он проиграет, потому что у меня девятка старшая карта. Итак, друзья, это был вот первый расклад и первый мой выигрыш. Что происходит далее? Смотрим. Я эти карты могу вот так вот спокойно собрать, да, когда мы сыграли. Мы играем сейчас вчетвером. Джокеры не используются. То есть у меня сейчас сыграло сколько карт? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. То есть 16 карт у меня сейчас сыграло, да? 16 карт. 16, еще 16, это 32. Еще 16-48. То есть еще два раза вот эти карты, которые лежат, они так и остаются заряженными. То есть я сейчас, если начну опять вот так вот сверху раздавать, то опять выиграю я. Давайте так вот немножечко обозначим границы, да? Вот у меня десятка. И здесь вот десятка, да? Эти карты еще заряжены. Им еще можно спокойно играть. Эти карты, смотрите, у вас несколько вариантов сейчас развития событий. Вы можете либо эти карты положить вниз, сделать фальшивые тасовки какие-нибудь, да, потасовать вот так вот фальшиво, потасовать. Далее, дать сдвинуть, то есть вам сдвигают, вы подрезаете, потом, допустим, быстренько возвращаете все это в исходное, используя вольт, да, какой-нибудь там классик пас, например. И эти карты у нас опять выводятся наверх. То есть, грубо говоря, смотрите, вот наши границы, да, карты не сыграны, а эти также сыграны и остаются внизу лежать. Что мы и делаем? Опять я раздаю на четверых. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Итак, что мы имеем сейчас? Первая, значит, рука 8-10 пик, неплохо. Вторая рука 9 король пик. Третья рука, тройка, туз, пик, тоже неплохо. У меня 9, дама, черви. Итак, к примеру, торги прошли, префлоп мы отыграли, да, выкладываем карты, которые на флопе у меня. Раз, два, три. Что мы имеем здесь? Смотрите, у этого человека 8-10, да? То есть он, скорее всего, будет надеяться на стрит, потому что у него 7, 8,
10 валет, не хватает девятки до стрита. У этого человека 9, король, валет, 7-4. Ну, особо-то никаких надежд так я не вижу. Далее, третья рука. У него туз и тройка. Ну, собственно, тоже ничего особенного. У меня 9 дама. Смотрите, 9 дама валет. В принципе, если придет десятка восьмерка, я могу набрать стрит. Так, посмотрим, что сейчас придет. Откладываю следующую карту. Выкладываю терн. У меня восьмерка. То есть, смотрите, что получается. У этого человека маленечко планы, ну как, надежды подугасли, да, наверное, потому что он ожидал девятку, ему приходит восьмерка. Получается, у него пара восьмерок сейчас. У этого человека что? 8-9, валет, король, ну, тоже херня, короче. Третья рука туз, тройка пиковая. Ну, в принципе, тоже нечем играть. Смотрите, у меня 7-8-9, валет, дама. Стоп, у меня не хватает сейчас десятки, да? То есть мне нужно, чтобы пришла следующая карта десяточка. Скорее всего, она и придет, потому что алгоритм всегда работает на меня. То есть что мы делаем? Я откладываю. Ну, вот точно, видите, приходит десятка. Значит, что получается? У этого человека две десятки, две восьмерки. У него две пары, да? То есть у него не хватает девятки до стрита, ну, девятки здесь нет. Так бы у него было 7-8, допустим, 9-10 валет, но девятки нет. Это у человека что? 7-8-9-10 валет. Этот человек набирает стрит. Раз, два, три, четыре, пять. У него стрит. Здесь туз, тройка. Ну, здесь ничего нет. Вот. Что у меня? У меня 8-9-10 валет, дама. У меня тоже стрит, но у меня старшая карта дама. У этого человека стрит, но у него старшая карта валет. У этого человека две пары, то есть две десятки, две восьмерки. В принципе, скорее всего, пасанет вот этот игрок, а вот эти двое будут играть. Ну, как бы они ни играли, все равно, опять же, выигрываю я, потому что у меня стрит старший. Алгоритм работает всегда, друзья мои. Ладно, сыграли мы следующий кон, да? Хорошо, эти карты мы опять убираем отсюда. Остаются вот эти наши заряженные, опять же, да? Вот у меня граница, чтобы я вам видел. То есть вот эти карты еще заряжены, ими можете еще сыграть. Что? Обозначим опять границу. Просто чтобы вы видели, да, где у меня заряженные карты идут. Эти карты сыграны, я опять же уберу под низ. Я опять убрал их под низ. Вот они у меня идут, идут, идут. Вот этими я еще сейчас сыграю разочек, как раз здесь на раз еще будет. А эти уже все отыграли свое. Опять, допустим, вы берете, делаете опять, к примеру, фальшивую тасовку, даете снять, вам эти карты снимают, все, это возвращаете опять назад. И опять начинаете играть. Первая рука — малый блайн, большой блайн. Третья рука — себе. Также раз, два, три, себе. Итак, смотрим, что у первой руки, да? У него четверка валет. Ну, изначально карта как бы не особо. Посмотрим, что будет дальше. Здесь 7-9, здесь 7 туз, здесь 3-8, но у меня одинаковая масть черви, да? Это уже поинтереснее. Ладно, откроем карты на флопе. Раз, два, три. Смотрите. Здесь приходит 5-6 черви, да? То есть мне до флеша, грубо говоря, уже не хватает всего одной карты, червовый мастер. Что приходит здесь? У этого человека 2 валета. Да, также у него 4, 5, 6. Ну, 7, 8, может быть, повезет ему, придет, у него будет стрит. Ну, пока что у него пара. Здесь 7, 9, да? То есть 5, 6... 7-9. Если придет восьмерка, у этого человека будет флэш. Ой, флэш, стрит. Это уже поинтереснее. Здесь 5-6-7. Туз. Ну, здесь как-то не особо дела, да? Опять третья рука в пролете. Ладно, грубо говоря, ставочки прошли у нас. Все, я открываю терн, да?
открываю десятку. То есть у меня приходит моя червовая карта, то есть я уже набираю флеш, смотрим. Раз черви, два черви, три, четыре, пять. Что у этого человека? У этого человека пара валеты. Здесь 5, 6, 7, 9, 10, да, вот ему бы восьмерку для стрита не помешало. У этого человека, обратите внимание, 7 туз, но туз червовый мастер. Здесь у него уже 3 червухи есть. Если сейчас придет 5 червуха, он тоже будет на флеше играть. Но если это будет так, то я пролечу. Но алгоритм всегда работает, поэтому мы выкладываем карту, которая называется ривер. Что у нас получается? У нас здесь король. Итак, кто что имеет? Два валета. И все. Больше я ничего у него не вижу. Здесь 5, 6, 7. Ну, до восьмерки не хватило. Восьмерку. Пришла бы восьмерка, ему был бы стрит, да? Но этого не случилось. Эта рука что? У этой руки вообще ни черта нету. Но он шел до конца, наверное, надеялся, что король придет. Придет червовый, но пришел бубновый. Грубо говоря, с помощью этого алгоритма мы этих вот тоже как бы до конца держали, что этот рассчитывал на флеш, что этот рассчитывал на стрит. То есть они хотели победить, шли до конца, не пасанули после флопа. Вот. Но они проиграли. Я же набрал флеш. Раз, два, три, четыре, пять карт червовый мастер. Как видим, алгоритм опять сработал. Итак, друзья, мы опять эти карты собираем, убираем. То есть заряженных карт остается 4 штуки всего. Ну, это, конечно, уже все ерунда. Я маленько приболел. Вот. Это, конечно же, все ерунда. Поэтому заряженными картами мы уже сыграли. Можно этот алгоритм, ну, к примеру, если вы его хорошо запомните, успеть раскидать карты в этом алгоритме, когда, допустим, вы там сделали перерыв, да, и все там ушли куда-нибудь там курить или еще что-нибудь такое. Либо изначально зарядить карты, прийти с ними, или когда к вам, например, приходят, вы достаете эти заряженные карты, начинаете, значит, делать все, что я показывал, вот, и выигрываете первые 3 раза прям со 100% гарантией. Если алгоритм, например, на 2 игроков, то есть 2 человека всего играют, да, то там заряженными картами можно успеть 4 раза сыграть. Вот. Итак, что еще хотел сказать. Вот смотрите, к примеру, ну сейчас алгоритм уже сбился, да. Ну, к примеру, эти карты разложены в алгоритме. Вот. То есть первое подснятие, не вопрос, мы подснимаем. Математическая закономерность из этого не сбивается, мы раздаем. Вы выигрываете, да? То есть, ну, к примеру, вот раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, раз, раз. Грубо говоря, сыграли мы и выиграли, да? Значит, все, выбираем карты. Смотрите теперь что. Если вы не умеете делать вот эти вот возвраты, вольты, да? Вот, к примеру, классический вольт, вот этот вот классик пас, который вот он, быстренько меняется карта, да? К примеру, вы его не можете делать, да? Ну, не научились. Смотрите, вот эти сыгранные карты, вы кладете вот сюда наверх, не под низ, потому что вы не можете потом вернуть вот именно на эту карту, вот сюда. А мы кладем наверх. То есть положили наверх, опять сделали фальшивое тасование, и даем сдвинуть нашему этому игроку, который сидит здесь вот от нас слева, который малый блайн, да? Смотрите, граница у нас вот где. То есть, грубо говоря, это, ну, 1/3 колоды. Скорее всего, он сдвинет, вот где у нас граница, видите, да, 1/3 колоды. Скорее всего, он сдвинет ближе к серединке, да? Ближе к серединке, смотрите, он сдвинет. То есть у нас граница вот она где. Эти карты как бы заряженные, да, ну ладно, хрен с ним, он их тоже сдвинул. Мы их убираем вот сюда под низ, потому что снятие произошло. И вот с этого момента можем опять раздать, и мы опять выиграем со 100% гарантией. Потому что алгоритм там не сбился. Грубо говоря, вы бы подсняли на том самом месте, если бы подснимали в первый раз. Но
Так как заряженных карт у нас часть ушла вниз, то есть на третий раз нам уже не хватит. То есть мы сыграем только два раза. Сейчас вот второй раз вот так бы мы раздадим, да? Вот второй раз раздадим. Также сыграем. Сыграем. Все, мы сыграли. На следующий раз у нас карт уже не остается. То есть на следующий третий круг. На три круга хватает это именно если вы умеете делать возвраты, да? То есть вот, где вам сдвинули. То есть, грубо говоря, то вы и вернули. Вот тогда... Там на три раза хватит. И еще одно. Если вы играете с напарником, напарник в теме, да, к примеру, вот вы сыграли, да, допустим, вот границу обозначим. Вот эти карты, к примеру, сыграны, да. Эти карты мы кладем наверх. Что я делаю, если я играю с напарником? В одном из уроков я показывал, да, как обойти подснятие. То есть я беру нижнюю карту, чуть загибаю. Чуть загибаю, сам подснимаю и даю сдвинуть напарнику. Напарник видит вот этот вот зазор, и на этом зазорчике он и подснимает. Вот прямо вместе с этой картой. Раз, эти карты возвращаются наверх. То есть понятно, да? Нижнюю карту замяли, сами подсняли, дали напарнику. Напарник смотрит, где этот замятое место, подснимает на этом месте, вы возвращаете это наверх и опять пошли раздавать. То есть, если так вот с напарником играть, то опять же на 3 круга со 100%, со 100% выигрышем карта вам хватит. То есть, в принципе, все просто. Если с напарником играете или умеете сами делать вот эти вот возвраты, то все. На 3 круга вам хватит. Если не умеете и будете вот класть их наверх, чтобы вам подсняли на середине, то вам хватит на 2 раза. Ну, я думаю, объяснил понятно. Не знаю, может быть, конечно, кому-то что-то не ясно было. Вот. Ну, думаю, что вроде все доходчиво. Так вот, друзья, что хочу сказать. Такие алгоритмы у меня есть для 2 игроков, для 3, для 4, для 5, для 6, для 7, для 8 и для 10, для 9 нет. Вот. Естественно, эта информация прикольная, алгоритмы эти интересные. Само собой, разумеется, бесплатно я их в сеть сливать не буду. Поэтому, если кого заинтересовали эти алгоритмы, то есть пишите мне в личку ВКонтакте, вот под этим видео я оставлю ссылку на свой контакт. Пишите мне туда и говорите, какие алгоритмы, насколько игроков вас интересуют. Цены не кусаются, поверьте. Ну что ж, с вами был Куликов Сергей, и до встречи с моих следующих видео. Пока!